Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня по новому видеоролику на Amazing Online я помог одному доброму игроку, ему всего 7,5 лет, и вы сегодня посмотрите, как можно делать добро, играя на проекте Amazing Online. И поверьте, что на месте этого пацана могли оказаться вы или окажетесь, потому что если вы играете уже на проекте Amazing Online, а именно на сервере Azur по моему промокоду Левонтий, то тогда у вас есть все плюшки и возможности стать самым богатым игроком на сервере и самым топовым, потому что топовый промокод для топовых подписчиков и для топовой аудитории. На самом деле, вводите мой промокод, на 5 уровне он отдаст 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей, этих денег хватит, чтобы купить неплохую квартиру, машину, я доказывал это в своих предыдущих видеороликах, но и не забывайте подписываться на канал. Мы начинаем. Давай шана, императрица. Сейчас я в водильник положу. Вань! Да иди нафиг, а! Да я не с тебя, брат. Брат, я не с тебя, у меня просто сестра в комнате сидит. Ты звонишь ей домой, когда меня нет, там нет. Скажи мне да или нет, и дай мне свой ответ. Да. За 200 тысяч стою. Кадиллак, это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги. Так. Экиш в руках сапожки. Па-па-па-па. Дочки, на мне еще две подушки. Я ищу как молодой пушки. Экиш в руках сапожки. Ломаю кашлопатки. Как там твоя забота? Хей, посмотри. Два мульта на мне часы. Ты на шее, семь под жопой. На мне больше 20. Хей, смотри. Лицеты. На мне два мульта на мне часы. Ты на шее, семь под жопой. Мне чуть больше 20. Йоу. Полетела денежка. Хорошо. Да, соляная залетела. Этик, про что рэп зачитать, я сам сочиню. Районный прокурор, тун-тун-тун-тун, с большим ебальником начальник. А пацаны на майзинге ненавидят ментов. И я знаю, что вы знаете, что за пацаны это. Из нелегальной структуры они этих ментов тыры-пыры. Да-да, вот-вот, а потом они садят, а они все равно убегают. Я думаю, что нет. Я думаю, на красную кнопку нажму. Ему не понравилось выступление. На красную кнопку. А, все, да? У нас поезда есть. Брат, ну не надо так, что ты так отчаялся? Видишь, у меня голова застояла. ХП, для мозга. Для мозгов тебе. У меня это аптечка. Ну вот и хорошо. Я умираю. Все. Я в кустах аптечку нашел.
забья... Мазота. Мазота, мазь. Ух ты, ни хрена себе! Я полкурист просто. Вот видел? Трёшечка от меня. Сейчас все будет. Я, смотри, магическим образом убил... у машину нам дорогу сделаю и сделаю емку. Опа! И емка не знаю из ниоткуда. И смотри, сейчас на дорогу перечу. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. Ну? Ну? Смотри, смотри. Опа! Видел? Это я сделал, да. Это как? А? Это как? Это я сделал. Понял. Ой, я там... Это не то, я не туда поехал. А, поехали в казино, реально. Давай сыгранем. Да нет, я да не да пошли, играю. Давай, 5 миллионов, давай, чисто шальная. Поехали. Шальная. Я, во-первых, не играю, потому что у меня третий уровень, так что нет. Не-не, шальная, шальная, погнали. Да нормально, поехали. У меня третий уровень, там нельзя, алло. Да нормально. Это вы глухие, что ли? Реально, у дома. Там пятый надо уровень, я вообще не играю. А, у тебя третий, да? Да я сказал! А, ну тогда ладно. Ага. Я не знаю, зачем я сюда поехал, я попутал чуть-чуть. Не попутал, по инерции сюда ты ехал. Неправда. Просто там дорога длинная. Да-да-да, длинная, очень. Ой, я накричал, улыбачить точно буду. Ага. Это совсем стоит, у меня третий уровень, как я тебе в казик поиграю, тем более я не собираюсь это делать. Ну скоро пятый будет, можно будет, да, поиграть? Не-не-не-не-не. Да не, чё, шальная вдруг забуду, залетит. А потом деньги забивают, а потом я плачу в подушку. Что? А прикинь, 100 лямов поднимешь. Да бред это всё. Почему бред? Мне... На меня... Сильвии вот что-то не поднял. А сколько ты проиграл там в казино? 35 миллионов. Ну это просто не повезло, а часто повезет. Я вот удаю Сильвию. Кто не искует, тот не пьет шампанского. Вот я так же сказал и проебал все. Или, не, мне кажется, а тебя... еще знаешь, как я могу смотреть? Да? Ты что делаешь? Вот так могу. Просто убил. Ты что сделал? Шальную, реально шальную. В смысле, ничего страшного? Вылетится. А. Ну тебе надо в полицию идти работать. Я киллер. Пойдешь в полицию работать? А куда хочешь? Я хочу правительство. Кем? Президентом сразу? Да. А что если со всей дури в стенку эту увидеть? Давай проверим. Давай. Давай. Если что, емки есть. Отлично. Наверное. Это не точно. Как емки, так и военники все есть, да? Военники. Военники. Там пизда, пацаны. ГГ. Ну что за параша? А ты что думал? Капец, не получилось, прикинь. Думал, мы вылетим, да? Она у тебя низкая, капец. Зачем тебе такая машинка? Выкинь ее в помойку. А. Ой, да сочу, сочу я. Могу тебе отдать, в принципе, хочешь? Да, давай, конечно, я ее потом помойку. Ой. Ты ее в казино, мне кажется, проебешь первый же день. Да не играю я в казино больше. Да не обманывай, мы все поняли. Клянусь тебе и буду клянуться. Все в казино играют, все. По факту. Ну, а я... ну, вот такой вот видеоролик и получился, дорогие друзья. Спасибо всем, кто зашел, не поленился, посмотрел, поставил лайк, возможно, извлек для себя какую-либо уникальную, новую или обыденную эмоцию. Надеюсь, что этот ролик вам понравился.
До новых встреч и всем пока. Пока.